Окей. Таймер запущен. Всем еще раз привет. Начинаем с Дейлика, как обычно. О, Иден. Надеюсь, что-нибудь интересное будет. Да, Айзека. Ну, это будет быстро, потому что... предмет с маппингом. Зажимают. Успокойся. Наконец-то он успокоился. Кто-то фоловился. Азмик, спасибо за фоллоу. The moon. The moon. Я думаю, над тем, чтобы изменить название, говорю, расписание стрима. Типа, мало кто может смотреть стримы в такое время, как я сейчас стримлю. Из-за школьного периода. Да, лучше было бы стримить вечером, с 6, например, как думаете? Ну, по крайней мере, знаете что, пока я 30 дейликов не выполнил, я думаю, я буду стартовать стрим так же. Потому что, собственно, 2 дейлика нужно сделать. В 6 мы сами стримим. Ух, я уведу вас всех. И вас самих. Блин. Шарага. Тоже верно. Просто мне в 6 неудобно стримить, потому что когда я заканчиваю стрим, мне хочется посидеть там где-то еще. А по времени получается так, что я сразу же иду спать. После стрима. Неудобно, в общем. Как-нибудь выясним. Ауч. Как-нибудь это самое. Посмотрим. Пока что... в 12 нормально стартовать. Потому что 2 дейлика в день можно выполнить. Как раз. Стрим, когда удобно, но зрителей будет больше вечером. Ну да. Все верно. Two of hearts. Привет, электрозоид. Я сейчас вспомнил, у меня же там ачивка на убийство Ламба за 20 минут и убийство Ламба только с ключами. Опять я про нее вообще забыл. Про них. Окей. Здорово, Кропалик. Блин, бондл. Ехал бондл через бондл, выйдет хом, блин, бондл, бондл, бондл. Джеймс бондл. Ласти бондл. Эй, монеты.
Привет, Фети. Не знаю, зачем я это делаю. Чтобы получить анг. Кабба. Мне нужны бомбы. Бомбы здесь нет. Привет, Алекс. Привет, Ран. Привет, Дихака. Привет, Ворофис. Удача на автомат не влияет. Привет, Тейлз. Я потом это сделаю. Сейчас я сделку собью. Бомбочка. Это может быть бомбой, но она, скорее всего, не сейчас не выпадет. Ломал игру в Дейлике. Было дело. Хотел набить кучу баллов. Очков. Не получилось. Игра это контрит. Мага мало. Скорострельности, если точнее. Окей, это полезно. Бомбочка так и не выпала. Может отсюда что-нибудь выпадет? Джокер. Джокер это полезно. Я надеялся на карточку какую-нибудь, чтобы бомбу вытащить. Решил попробовать сыграть в Айзека без рестарта смерти, так у меня 2 смерти и 195 ачивок. Неплохо. Что там в магазе было? Дьявол. Хайрофант. The Hierophant. Нету бомбочек, нету. Была одна. И все. 2 смерти от спида. Прям как у меня. Ты издеваешься? Я не могу их взять. Окей. Попробуй челлендж One on Streak. Взять геомокрию. Я не буду этого делать сейчас.
Сейчас мы занимаемся прохождением Айзека. Предрит. Как назло, еще шотспид такой большой. Уголек меньше работает. Кажется, этот забег будет долгим. Дольше обычного. Я хотел сказать, он просто будет обычным. Редко на самом деле имба собирается. Кто там был? Окас 177, спасибо за фоллоу. Так, я не буду открывать эти сундуки, пока у меня не станет чуть больше ключей. А бомб тоже нет. Сейчас прикаляйте росток в магазине, а я выкинул капельницу. Почему мне не отобразилось? Странно. Кем? Привет, Окас. Много каких предметов фейлят этот самый Ононстрик. Там просто нужно следить за тем, что подбираешь. Привет, Адам. Об сердце. С пакета выпало. Я даже забыл, что у меня этот пакет, потому что он привязан и его вообще не видно. Так, золотой пошли. Я не хотел подбирать эти два сердца. Игра вынудила меня. Я даже брать его не буду. Зверушки. Племянница подходит? Бомб все еще нет. Взял паразиты и никогда так не страдал. А что там страдать, просто слился и все. Нет? Она скорее как кот.
Никогда ничего после себя не убирает, ничего не замечает, пока и носом не тыкнешь. Рикнаёк выходит на мобильные 3 года как уже. Вышел. Ну или 3, может 2. 2 точно. Ларри худший босс в игре. Вы думали, я шучу? Я не шучу. Чего, сапки за 150? Это где? На Твиче, что ли? А, скидка. Понял. Да-да-да, точно, они скидки ввели. Петя. Почему у меня фолловеры не отображаются? Или это на Ютубе? Наверное, это на Ютубе, да? The Magician. Ау. Откроем. Вау. Вот это полезно. За золотой комнаты. Ты умри. Там еще аркада есть. Привет, Женька. С глазом все нормально. Что у меня с глазом? Это может быть с глазом. А, гол с глазом. Зачем мне сейчас проклятый глаз? У меня нормальная скорострельность, чтобы бустить ее. У меня мало дамага, чтобы адекватно пользоваться проклятым глазом. В общем, я не вижу причины его брать.
ХП я пытался уменьшить, не получилось. Внезапно у меня куча бомб. Ничего бомб. Сейчас все потрачу, опять без бомб останусь. Как ты смог увернуться? Расмус from Miami. Спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Зачем мне использовать Петю в золотой комнате, если я могу его использовать вот в этой комнате? Damn. Calculated. Damn. Подождите, сначала надо применить. Так. Вот так. Чё бы золотое было? Чё было в золотой? Чатик, чё было в золотой, вы помните? Покебол. А. Тогда не важно. Батарейка? Нет. Можно было засосать эту штучку. Штучку. Что дальше? Ну, у меня уже зарядов нет. Я бы мог соснуть глаз, но зачем, если я мог... Если я, собственно, святую воду засал, точно так же. Типа, святая вода могла бы быть полезной. Шутка. Сейчас бы святая вода была бы полезной. Не, я не буду бы играть делики, когда у меня будет 30 пройденных, зачем? Единственная польза от деликов это ачивки. Больше они ничем не интересны. Их существование бесцельно. Ера! Удобный телепорт в соседнюю комнату. Можно два этих взять. Два Джокера сделать. Но пока не буду. Пока не буду спешить. Так много паучков. Сжечь их всех. Что это за комната? Я впервые ее вижу. Чпок. Чемпион Белд. Белд. Ну, свиток не используется. Я ни разу не увидел эффекта свиток, свитков. Древних.
Беру. Шорткат. О, еще один шорткат. Знаете, я даже воспользуюсь им. Дважды. Что это за говно? Там мини-босс остался, ну, играть на него на самом деле. Здоровки. Анонсирую дату выхода бамба. Окей. Прикольно. Идем дальше. У меня тринка. Пофиг на нее. Все равно не с чем использовать. Look up. Молодец, ножка. Will or fortune. Погодите, у меня свитки использовались как лопата, окей. Это было неожиданно. Я подумал, что я случайно руну применил. Или это эффект чистой карты? Не-не, у свитков нету эффекта чистой карты. Император, окей. Не знаю, что я сейчас сделал. Это было глупо. Вау, как они все вместе под ногу попали. Привет, Пашкан. Эффект гвоздя. Да, свитки все-таки работают. Просто не всегда заметны. А что я получил с бедер? Я не увидел. Диплопия. Диплопия, да? Дайте мне батарейку. И еще одну. Тоже сойдет. Войд съел Войд. Это как портал засунуть в портал. Бесконечная сила. Isaac.
Ням. Я не здороваюсь. Блин, я не поздоровался. Все. Дизлайк от пикс... От... Дизлайк отписка стример ЧСВ. Так. Привет, батя. Можно было захавать полуроди негатив, кстати. Но я предпочел оставить для маппинга заряд. До свидания. Я всегда думал, что их первый выстрел горизонтальный. Но, видимо, нет. Пропуск. Матриарх. Сейчас произойдет магия. Это был предпоследняя комната. Шпок. Я забыл. Я забыл, что у вас работает только вниз. Ну, бывает. У меня холодно. У меня дома холодно. Вообще-то уже не холодно. Утром было холодно, сейчас нормально так. Но точно не жарко. Главное не изнуть войт на Айзеке, а что будет? Полет, ну, типа, он никакие наземные вещи не делает. Библия убивает только прибитые с обычным сатаной. Обоссался. Так, 80-й. Зобега. 18-й дейлик. Ломанный предмет в антиберсе рок ботом. Я ни разу не ощущал его действия на себе. Так, чем будем заниматься? Донат машину надо закинуть. Давайте Иденом пройдем. Активация Библии на сатане убьет тебя, это точно. Такая анимация прикольная. Я эту фигню вообще не использовал ни разу. Она такая бесполезная. Где-нибудь в грид моде может быть зайдет, но в остальном один из самых бесполезных предметов в игре. Даже трубочка и то лучше.
А что у меня была за тренька? Я даже не всмотрелся в нее. Кто запомнил, что у меня было там? Грецкий орех. О, прикольно. Спасибо, чатик. А! Мне нужен ключик. На кредит на Boss Russian, да, есть такое. Неважно. Вы ничего не видели. Кто это увидит, тот бан. Так. Не подряд просто зайти 30 деликов в 30 деликов. Но выполнить надо 7, кстати. А ключики будут? Ключики, колючики. А! Вы близко. Ключик. Ну, это скорость. Почему нет? Тут у нас ключик и бомбочка и все. Но пока я не буду применять ее. О. О, окей. Насрано. Знаете что? Я куплю ключ, я посмотрю на пилюльку и закину все остальное сюда. Окей. Я к тебе еще вернусь в этом забеге. Давайте взорвем это.
Оп. У меня было два синих сердца, так ведь? Или одно? Подождите, одно я взял с мечного камня. А здесь я покупал сердце? По-моему, нет. У меня только одно сердце синее, так? Было. Теперь их ноль. По крайней мере, я точно помню, сколько у меня хп. Три. Можно зайти в ту комнату сверху. Хотя, может быть, на подсраж поспеть. Не, я все-таки гляну, что там сверху. Только время потерял. Хотя нет, вот ключик. Ключик это хорошо. Мама мне говорила, если у тебя есть ключик, ты можешь что-нибудь открыть. Простите. Это ран заедано. Боссов сделал. I'm excited. I'm not. Нойс. Будь нежен. За 30 деликов еще не получил. Я возьму это. Спасибо. Спасибо большое, Эксилиан, за поддержку. За подписку. Да и просто, что ты с нами. Второй кусок медбоя. Не нужен. Как относишься к тем, кто вас именно фармят? То есть, не просто зайти поиграть в удовольствие, а долбят на ПП. Пусть делают, что хотят.
Ну, кстати, карты Сатаркса я раньше ненавидел очень сильно. Но как только я начал читать карты 6+, я вдруг понял, что карты Сатаркса на 6+, очень даже годные. Внезапно. Вот именно 6+ с джампами, которые очень хорошо играются. CC Longless. В чем секрет моей шикарной шевелюры? Гены. Я расчесываю волосы каждый день массажной расчёской. Всё. Мне бы пилюльку перкс, если честно. Ау. Ау. Кроиц, я не знаю такого. Я очень мало мапперов знаю босса. Я бы даже сказал 3. Ладно, 4. Не знаю, что я здесь ждал. Бомбочку возьму. Команду все еще не обновили. Не хватает модераторов на Твиче. Окей, тирза. Отстой. Нужно больше модеров в чате, ни одного. Нужно просто хотя бы одного модера. Кто будет в чате во время стрима? Как правило, все модеры принадлежат одной касте. Если они не совпадают что-то с чем-то, то никого из них нет абсолютно. То все есть в чате, то никого нету. Это плохо. Нужно, чтобы разные модеры были из разных категорий. Плюс статы.
Я больше не могу умереть, Каппа. Это же вторые глубины. Нет, это еще первые. За что? За что? Окей, ладно. Да почему модеров разделять на классы? Общество. Кто-то школьник, кто-то студент, кто-то работяга. И так далее. Типа, у меня все модеры школьники. Учебное время началось, ноль модеров в чате. Да, эта корона влияет на задержку. Я дебил. Это нормально. Sack of penis. А как так получается, что ты сначала банишь, а потом уже срёшься с ним? Ты же не можешь сраться с тем, кого забанил. Те, кто любят сраться, наоборот, никого не банят, а наоборот, со всеми срутся. Бесконечно. Сейчас вот я слил деньги все, да? Чекайте донат машины. Хотя, блин, я заработал даже больше. Что это? Пилюльки. Нормально. Статы низкие, я не хочу бы сразу с ними проходить. Такими статами. Я не буду возвращаться за этой батарейкой. Рейка, спасибо за спонсорство. Спасибо за поддержку. Спасибо большое. Привет, Стус. Не уверен, как это правильно читается. Машины нету. Я оставлю деньги для Хаша. Sticky bombs. Не знаю, зачем я взрываю. У меня и так достаточно сердец. А может мне ачивку, пилюльку дали за этот самый, за бестиарий? Ну хотя, я типа уже встречал таких врагов. 3 минуты, чтобы дьявол дал мне какой-нибудь нож или брим. С шансом 36% откроется сделка.
Куда мне лучше заедано? По-моему, вверх надо было. Ладно, пошли вверх. Пройти ли мне? Не, я не буду на бэтхаш идти сейчас. Типа, вообще никакого резона сейчас нет с таким билдом. Минут 20 промучаюсь. Алхакбар. Ну я хотел так-то черное сердце потерять, но да ладно, так тоже сойдет. Девятая смерть, я за Еву стартовал в гриде. Меня задамажили до половинки сердца, я захожу в сделку, а там имп, который чемпион, который отталкивает от себя слезы, а у меня number one. Я ничего ему не смог сделать. Яра! Пофиг на эту карту, чем бы она ни была. Я дебил. Это нормально. А это уже было специально, потому что эта комната ужасная. Ну, с босса предмет я смогу заролить. Как минимум. Лёг. Уголек. Крампус так часто стал выдавать хорошие, подходящие предметы. Везет, видимо. Йом. Тирс. И вот корона дала уже 4 задержки у меня. Ау. Я долго играю в эту игру. С 5 лет капа. Вот эта комната. Впервые такое вижу.
Битва с Хашем будет долгой. Но сейчас, в принципе, у меня статы уже повыше. Давайте сначала откроем сделку. Может быть, я не пойду на Хаша, а пойду на Сатану. У Хаша я выполню в тот же момент, когда я схожу на босс Раш, так ведь? Так, пошли тыкнемся, чтобы сердце не просралось. Чуть не наступил на шипы. Жирная муха с орбиталами. А по этой причине я не взял второй кусок мяса. Когда ты берешь эту муху после того, как у тебя есть какой-то орбитал, как видишь, они двигаются с разной скоростью. Если ты какой-нибудь орбитал возьмешь после того, как у тебя уже есть жирная муха, то обычные орбиталы будут крутиться так же медленно, как и эта муха. И это плохо. То есть нельзя вот так вот обузить. Беру. Пять минут у меня еще есть. Я успею. Томцы. Фауэр. В Азике это обычное дело. Так. Это был восьмой тык. Сейчас будет ангел. Сейчас будет сердца. Нет, не будут сердца. Монетки будут. Ну ладно. Я могу Жору использовать на сердце, на одно всего лишь, но что-то типа не. Пойду ли я на Хаша? Ой. Окей. Теперь я знаю, что я не пойду на Хаша. Во-первых, я его очень долго буду убивать, во-вторых, у меня и так хп уже мало. Зато Сатану убью. Это классно. Опиши школу одним способом. Ты имел в виду одним словом? Я не знаю. Это формирование личности. Опиши школу одним словом. Школа? Школа?
Ау. Хватит дамажиться. Школа очень веселая и интересная, если у тебя нет аутистов-одноклассников. Знаешь, если у тебя нет аутистов-одноклассников, то это повод задуматься кое о чем. А если также воспринять тот факт, что школа веселая и интересная, при этом... Ладно, шучу. Я не буду фету собрать, но вот это вот будет очень хорошо. Пхюм, пхюм, пхюм. Хо! А чё у меня хп так мало? Тирс. Я его вообще не увидел. Охренеть. Человек с галочкой в чате. Моська. Привет, Моська. Тоже стримишь? Я не досмотрел Ковбоя Бибопа. Он прикольный, но что-то как-то вот не тянет его досматривать. Я могу стрелять намного чаще. Это не подействует на легкое. Трипл плюс фетус. А легкая монстра с фетусом же работает. Я типа... Не-не-не, я не хочу. Это будет не очень. Я запутался, где босс вообще? Темно, блин, и солнце еще светит. А вот... Нет, здесь я был. Что ж такое-то? Куда идти? Это тоже тупик. Петус или бунт? Бунтуйте. Я на вас посмотрю. С фетусом я умру. Да что ж такое везде? Везде тупики. А, вот же. Потом...
Румарука, спасибо за спонсорство. Спасибо большое за поддержку. Войт не открылся. Ну и ладно. Пошли на стену. В смысле, мне на стену сейчас куда выгоднее идти? Привет, Каната. Вот тебе месть за Бека Сварц. Что, имба какая-то? Войт. Ааа! Есть. Забавно, какой плохой билд был до Хаша. О, новые боссы открылись. Серьезно? Они же у меня были, не? Я потом после забега отмечу ачивки, окей? Чисто на улице пусто в квартире. Спасибо реактору номер 4. У меня хп не видно. Когда люди поймут, что Фетус не всегда будет имбой. Какая разница? Людям главное бунтовать. Бунт — это хорошо. Активность. Любая активность в чате — это хорошо. Кроме, разве что, обсуждения тех, кто не очень хорошо себя ведет. Я к тебе обращаюсь, да. Привет, Закрдым. А, ну почему делируем в первой же комнате? Я не помню, сколько у меня хп, мне страшно. Умри! Иден Соуле. 2-2-4. Так. Шли за Еву, пройдем грид, как тогда, да? Помните? Помните, я зафейлил, да? Вот это реванш. Окей. Ничего полезного вообще. Бомбочку бы, а?
Каждый раз удивляюсь, как далеко эти рубашки горящие прыгают. На пол комнаты просто. О, видали, видали, блин? Он сверху стоял. Жесть. А, фас, птичка, фас. Чуть не задел. Так. Синих сердец не продают, жаль. О. Окей, 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 это GG. Можно вообще перестать собирать предметы до конца забега. Фига, у меня дальности мало. А, нет, это просто тирс низкий. А я забыл, что у меня птичка есть. Я просто забыл об этом. Так. А если мне хелсап попадется? А если не попадется? Я останусь с одним сердцем. Так. Да, это как, конечно же, это Бабрис. Видишь, счетчик. Хорошо. Speed, retro, vision, range down. Там ты даун. Так. В магазине ничего особенного. Это ХП. Теперь я не буду чувствовать себя, что я сейчас сдохну. Так. Окей. Ай. Я не хотел. Эта кнопка мешается. Одну секунду, ребят. Это босс? Я, наверное, полет возьму. Да, от гнилого сейчас особого толку нету. А с полета можно будет сюда заходить за полцены. Рейка, спасибо за 40. Спасибо за поддержку. Неважно. Треньку можно взять, которая увеличивает дамаг. Ну, наверное, я что-нибудь получше найду. Тир зубы поднять чуть-чуть.
Можно аккумулятор взять. Можно взять Pay to Play. И сколько он мне ключей сэкономит? 2. Это того не стоит. Я в проекту не зашел. Другого. Будем ждать чего-нибудь получше. Охренеть, он долго ролил. Думаешь, достаточно? Ау. Ключей-то нет. Упс. Это мне шлюха отключит. Я не хочу, чтобы ее включала. Сегодня Айзек и 4 души также. Команда не обновленная. Ты один? Теперь ты не один. В Пакмана играем. Так, ну чё, пошли просто дальше. Мне вообще ничего не нужно. Вплоть до конца забега. Окей. Гвоздь увеличивает урон и позволяет ломать камни на комнату. Также синее сердце. Оу. Oh. Ну типа, мне деньги нужны. Я по-любому больше 60 закину.
Нормальная такая волна. Впервые такое вижу. Я, конечно, видел 6 сестер Лис в бомбе. В даже не боссовском. Не боссовской волне. Ну чтоб так. Это тоже жесткая волна. Такое количество мобов. Обменял красное на черное. Чуть мало денег. Всего лишь 78. 87 в смысле. Надо было вомп немножко попроходить все-таки. Я без модов играю. Флэш Айзек сложный в первую очередь, потому что он лагучий. Привет, Евгений. Да, донат автоматы ломаются, конечно. Окей, 99 монет собрано. На самом деле Грида неудобно с ножа убивать. Я забайтился на бомбочки! О боже. Зачем они мне? Вот зачем? Можно, короче, доджить от этих мелких, не убивая как-нибудь. И тогда грид всегда будет спрятан. Эй, ты же меня... А, они меня подвинули, козлы. Я не знаю, сколько мне хп осталось. Это монкс какой-то момент. Сейчас опять сдохну. Это будет такой фейл. О, боже мой. Я реально сейчас сдохну. Близко. Зажали. Давай, птичка, домажь его. Добивай. Добивай, птичка, его, добивай. Я позволю это сделать тебе, давай. Она почти это сделала. Ладно, я сам. Петух MVP. Блин, серьезно, я всего лишь 60 заложил. 67. Птицы реально хорошие. Так, плюс одна ачивка, все верно. Привет, Денис.
Привет, геморрочек. Офицер, удачи. Монетка. Я походу обычную грид-машину только под конец вообще. Ой, обычную грид-машину, донат-машину обычную, в смысле, не гридовую. Заполнил вообще под самый конец. Она очень не хотела задамаживать. Блин, был. Чё у меня с мозгом сегодня? Заносится. Заполняется. Одну секунду. Кто это был? Кисалинусия, спасибо за подписку. За Prime Sub. Ой, за Prime говорю. За Twitch Sub. Это же не Prime, конечно же не Prime. За Twitch Sub, спасибо. Два ключа по скидке возьму, пока есть возможность. Почему бы нет? Привет, Том. А я, по-моему, первый делик только прошел, да? Второй надо будет пройти сейчас. И потом еще 4 души будем играть. С Пашканчиком, Харрисоном и Фоксиком. По крайней мере, они отписывали, что могут. Четыре души, очень прикольная игра, реально. Я так рад, что у нее есть теперь русская версия. В которой все механики соблюдены. Привет, Намб. Снова гвоздь. Ну, типа, я не против. Давайте сыграем дейлик просто. Speed up. Дейлик до сундука. Дьявольские сделки — самое опасное место в игре, подтверждено.
Это единственное место, где я в принципе умирал в обычных забегах. О, прикольно. У меня 7, точнее 6 смертей в челленджах, одна смерть в дейлике, и в обычных забегах 3 смерти, и каждая из них в дьявольской сделке. Каждая из них в дьявольской сделке. Здорово, Птер. Обнови уже команду, а? Я не знаю, почему я решил взять этот самый гвоздь. Ну, типа, я хотел его взять, поэтому я его взял. Не знаю, у меня мозг сломался в тот момент. Таблитопе? Либо через... если ты хочешь заказать настоящий набор, то надо на столке смотреть. В группе у них есть все. Сам ты даун. И почему я подумал, что если возьму гвоздь, то выживу? Вообще ничего не думал. Пропустил золотую, она мне нужна. В каком я классе? Не знаю. Судя по развитию, в третьем.
Тринка иногда конфузит всю комнату. Ты уже видел этот эффект. В этом забеге дважды. No. Пичжды. Антигравое зеркало. Кстати, да, можно было бы собрать. Было бы забавно. Знал бы, собрал бы. Абель! У меня пока нету злых предметов, но, думаю, будут. Использованием сердца. Ради чего? Просто так. Давайте пройдем. Не взрывай! Козлина. Теперь придется его убить. Я не буду подбирать ключик. Пусть остается шанс на дьявола. Типа он и так будет. Дымишь. Дымишь. Не, вот ты монетку пропустил. Что-то я какую-то фигню сделал, да? Неважно. Ладно, что? Возьмем. О нет, это же сестра Виз.
Да, я стримил с сокровищем Монтесумы. Было однажды дело. Я же здесь был, да? Да. F. Да, Marbles умеет делать гульп при получении урона. А помните, когда бочки не взрывались одна за другой? Их надо было по отдельности взрывать. Ты сначала взрывал одну, они подходили, потом взрывал вторую. И они умирали от второй бочки взорванной. Капец, как это было давно. Это золотой. А помните, когда у меня был сломанный геймпад, и я физически не мог передвигаться с полной скоростью? Но я все равно играл на геймпаде, потому что это лучше, чем на клавиатуре. Я не пропустил секретку, я оставил ее на десерт. Я бы не отказался от дамага, если честно. Шоколажа. Спасибо. И опять сделка откроется, да? Тогда, когда я в нее телепортнулся.
Ключик бы. Ключик. Пошли откроем сундучок. Хотя там ничего полезного уже не будет. Если так подумать, но... Например, от мозга я бы не отказался. Этот билд не настолько сильный, чтобы отказываться от него. Ну да. Ну да, еще раз две смерти. Еще в смысле просто две смерти. Жадничаю постоянно. В грид-моде дважды слился из-за жадности. Какая ирония. Давайте возьмем. Дур ступ. Ступ дур. И сделка долбаная открылась. Вот, ну чё за фигня? Да, я мог потерять 7 сердец. Но не стал. Надо бомбочку взять. Justice. А-а-а! Я не видел, что они задвинулись. Спасибо за секретку. Триханида. Нет, не играл. Хотя нет, подожди, играл. Чуть-чуть. Там еще музыка такая была, которую я не помню. О, нет. Обожаю совмещение этих двух атак. Вау! Даже так? Теперь я пожалею о том, что взял синюю бошку. Игра умеет троллить. Ты пропустил ровно столько, сколько тебя не было. Гениально, да ведь? Я знаю. Full health. Full health. Цитаты смайлики. Ну, смайлики, собственно, в смайликах. Цитаты в Дискорде есть. О нет, это тупик. Давайте откроем эту секретку. Мне все равно бомбы некуда тратить. А я довольно быстро дошел. 20 минут еще. Маги такая белая. Что-то я тайминг просрал сегодня. У меня что-то с таймингами вообще беда.
Почему дверь открыта? А потому что у меня тренька, я дебил. Я никогда не играл с ней, окей? Она была забагованная долгое время, поэтому я ее игнорил. Она игру крашила. Ауч. Сатана самый сложный босс в игре. После Лагри, конечно же. Удачи, Ориджинал. Что за тренька? Дорстоп. Позволяет выходить беспрепятственно. Из любой комнаты. Почти из любой. Айзек самый сложный босс? В смысле? Он же наоборот самый простой. Он даже проще, чем сердце. Может, ты что-то не так делаешь? Например, пытаешься его бить вместо того, чтобы уворачиваться. Не хочу. Труп. Ладно. Хватит на сегодня Айзека. Сыграли 2 дейлика. Сейчас будет 4 души. Делирума невозможно убить цианидом без второй жизни. Единственное, за кого можно убить Делирума, это за Лазаря. Потому что ты воскрешаешься в той же самой комнате. По-другому никак.